Все впереди, надейся и жди. Ответ. Просто я должен оправдать. Рейдинг и вот отрываем. А все кому посвятили-то, а? Непонятно. Ну он оправдывается же. Да. Я понимаю, что в такой ситуации что-то говорить бесполезно. Излишне, когда слова бывают. 80% зрителей женщин. Но я попытаюсь оправдаться. Да. И объяснить, как все было на самом. Проблема с математикой явно. Зачем? Зачем? Преддверье ночи. Ко мне пошла ты выпить чаю. Моральный облик мой непрочен. Я за себя не отвечаю. Твой внешний вид неадекватен. И я твержу, парясь устало самим собою у кровати. Да ты специально, ты все знала. Да ты специально, ты все знала. Еще когда мы были дети, мне подливая пепси-колу, ты расставляла эти сети, так забавляясь по приколу. А я был чист и непорочен, жил простодушно в дружбу веря. Зачем, зачем я этой ночью тебе открыл навстречу двери, тебе открыл навстречу двери, тобою буду я поруган. Растаял образ неземной, ты никакая не подруга, ты просто пользовалась мной, с тобой спознался. Верно, зря я дверь отперев на ту беду. Сейчас невинность потеряю, а завтра утром не найду, а завтра утром не найду.